Амичи жалуются на работу 78-го маршрута. Он курсирует от поселка Биофабрика до микрорайона Рябиновка. Пассажиры уверяют, автобусы ездят с перебоями. Порой приходится ждать около часа. Амичи пытались отследить движение транспорта через мобильное приложение, но сервис выдает неверные данные. Телеканал Омск ТВ обратился за комментарием в департамент транспорта. Однако там с доводами горожан не согласились. Чиновники говорят, проблем в работе перевозчика не было и нет. По информации пассажирского предприятия, недовыпуска автобусов и нарушения графиков движения в выходные дни на маршруте номер 78 допущено не было. Рекомендуем пассажирам при планировании поездок уточнять информацию о фактическом нахождении подвижного состава и плановом времени прибытия на остановочный пункт на сайте МП «Пассажир-сервис».